Двойной урон наносится в рот. Нига. Ты что, записываешь, что ли? Что же делать? Рот это как бы центр мишени в твоем хедшоте. Что характерно, красный кружочек. Макс, там лига сейчас идет. Макс, там сейчас лига идет, и играют две команды с русским игроком. Вот. Зачем ты ему это рассказываешь? Зачем? Может, чтобы он ушел сейчас от нас? Он не сам это... написал в чат. Хрена себе. Мажор какой. Знаете, типа еще не было. Я ты говори. Старый не успел там выйти. Давай, что-то умно сыграла. Турель сняла. Ну это говню же новую сейчас поставит. Я такой. Где этого? Телепорт. Воу. Бабку удачки наглая. Минус смотри. Хорош. Минус мой. Блин, мне опять пропустил. Раздражает. Тролль слева. Блин, она апнутая. Нормально, я сейчас разделаю. Найс. Видно наверху. Блин, да... Иду по-прежнему там, кто-нибудь... Я его два раза продамажил. Что я убивал уже. Где она? Минус Торик. Ой, тут телепорт. Убил этого, убил. Найс, чизишь. Бля, я не могу пройти, потому что с ветра она отвлек. Видел мэн внизу. Сука, она меня убила. Закрыл мэра. Бейте от нас. Волн нашла какого-то тачки. Ну, совсем. А кто меня бьет? А, понятно. Ты нож готов сдавать? Спасибо. Нож готов сдавать? Я иду слезу. Пока не, пока не в кого. Так-то готов, конечно. Ну давай я сейчас это не буду. Видео за тачкой. Тут надо подождать там людей. Да. Скин никто не заходит? Никто нет. Где турель? Турель? По-хорошему. Макса не спас. Ты уже ножик даешь, что ли? А, нет. Не-не-не, я пока не... Ой, блин, меня вдова убил. Давай на верхней части, на мостике. Она меня боится, лол. Один раз попал в неё, но ушла сразу. У нас за Демокрит. Стоп, сзади! Давай, ждём. Убил. Турель, торба, въехали, ребят? Нет? Турель, продолжай. Турель, блядь, меня убил турель. Сори. Ну, я поэтому и говорю. Тренд хороший был. Не, ну я не знаю, может не бежит, но просто типа. А, давай с Рейном скомпим сейчас, короче, в конце. Типа, я тебя пусть дам. Рейн сбросит. Ты мне спину уж, типа. Я срез побегу.
Да, имеет смысл тебе дать ульту тогда, да, когда подойдут и подойдем к этой точке. Я думаю, Майра, Майра лево, лево, Майра в доме. Там видом, они... Вверху, Макри все еще сзади, но он спине достаточно далеко. А где Гензи? Макри до сих пор в спине? Да. Макри в спине. Убил. Минус турель. Ну давай. У нас сзади Рейн. Рейн сзади. Блин, больно. Собака, отстань от меня. Нет, помогите! Бля. Найс. Отлично. Так не ультанул. Я тоже. Последнее, что я видел, это он меня ввез в стену и сразу же победа. Опс, это что такое? А мы сейчас посмотрим, как ты не хилишь. Я вообще так боженько хилил вначале. И тебя спас, смотри. Я и так бы его убил. Лол, чё? Матч, в котором нихуя не происходило. Походу. И новые привычки. Пиздец, в таком момент не сохранишь. Я спас книгу от смотри. Она мне благодарна. Но скорее всего шел с ультой, за это дают больше бонусов. Что, кто? Ну, это что когда... он намеревался ульту врубить. Он думал об этом. Папа Джефф прочитал его мысли и дал мне ботк. А оборонять ты не хочется, да, Саш? Да. Ты просто так тяжко вздохнул. Вообще не хочется. Ничего не люблю оборону играть. Ага. Идея хорошая. Чё второй чувак? Или Ханзо? Вторым? А, Ханзо важно. Это я? Да нет, чувак последний. Я не ждал, у меня один щелч. Так, там замерли, отлично. Значит, он после камеры нас. Значит, он вдову возьмет. Точно. Вообще классический пик. Ага. Бля, я так соскучилась по этому истеричному дрочению клавиатуры от Мака, когда он играет на Люсио. Вот это... Как будто кролик лапкой. Макс, на нем можно уже не дрочить, его упростили. Я так чувствую. То есть, доставляет ему удовольствие, не понимаешь? А чё мы все в разбросах стоим? Торпа добей. И на. Господи. Да, я сорян, я решил почитать ветро. Что ты сказала? Можно так назвать. Что ты сказала? Свет я решила почесать плечо, и в этот момент у меня был рипер. А просто я совсем другое услышала из-за слова рипер. Иду. Я не знаю, что еще может, что может быть, может быть. На что похоже рипер и почесать? Рипер сверху. Не ставим, мне нет. Я тебя хилю. Блин, симметра, симметра справа в нижней части поставила. Ой. Ну, крипер. Хуя. Бля. Тут гельный. Нид хилю. Я с лес побегу, и Макс тоже умер. Можешь назад заступить, если... Аж... Я сейчас выхожу с лестницы. Косой еще пиздец. Правда, турель и телепорт. Ой, дерьмо. Там в окне, турель в окне.
Вы не били? Кого? 6 метров так больно бьет. Бля, что это было, нахуя? Ой. Ладно, мне что-то тяжело мне. Тяжело! Чем дзеном такой? Он мне бустит. Анзу. И Брихиту. Брихита, живи! Господи, нет! Блин, ты как-то много. Ты выпьешь, Саня. Сорян. Макс, только не говори, что ты был на скорости. Ты не был на скорости, когда там торчал? Да, ребят. Телепортер она, конечно, киберспортивный ставит. Красиво, они опять турельцы телепортнули, блин, еще и судьбой, да. Это просто трэш. А, они скажут... На, нах. И так гном бьется. Все. Сломался. Да, симметра, симметра, симметра справа. Знаете, на воротке прям стоит. Убила, убила. Не, симметра еще живая. Кого я тогда убил тут? Теперь убили. Мертвые. Ты только что убил. Кто-то. Убил ли на панк сейчас упал? Нет. Хадзе, подпрыгни, я тебя вижу. Господи. А, нормально. Я что-то опять заебланилась. У меня нервная чесотка. Сейчас. Я, короче, наверху буду снимать. Рипер на мосту. Пау. Со вздохом. С придыханием. Рипер слева. В доме. Дали кулака. У нас ген за сверху. Все, минус. Ха-ха-ха, убегал. Блин, симметра вообще у нас. Лак симметра вверху. Мама. Бля, опять лак сверху. Помогите, пожалуйста. Что такое? Сейчас вы без меня выйдете. Сори, я не смог сопротивляться. Там дело не в хиле. Это же флаг. Не, Сань, я не вижу за этим сраными. А, где это? Что так быстро-то? Я же говорила, вы без меня выиграете. Что дела? Блин, пиздец. Генди в капкан попал, короче. Я его с ворот застрелил. И Тиметр не успел добежать до тачки. Блин, наш Симметра вообще супер. Такие телепорты киберспортивные. Какие, блин, просто наверх. Да, но прикольно. Я ревну, я просто... Собаку удобно там стоять было. Меня просто иногда убивает, насколько ты хорош на критику и насколько просто... Просто играй нормально, и денчик тебя похвалит. Ну, конечно, если ты не свой, не родной. Ну, не прав. Так-то на нас с Максом можно только орать. Я сейчас на кого-то орал? Ну, сейчас нет, ты уже выдохся почти 4 утра. Вначале орал только так. Только что мы играем не удаленно, а не лан-пати. Когда вы все сидите в одной комнате, можно просто ёбнуть кого-нибудь. Мы с моей сестрой так играли в анимешные файтинги. Всякие гилки и прочее. Во время.
При этом мы играли с одной клавиатурой, и папа купил нам геймпад только после того, как мы... Как, короче, когда он уже третью клавиатуру поменял, он купил геймпады. Ну, понимаешь, у тебя вот... Ты играешь в очень динамичный файтинг на одной клавиатуре. Вдвоём как бы. То есть прикинь, как близко ты сидишь. И сначала это просто начинаешь кулачками так пихаться, мизинчиками, потом локтями, потом кто-нибудь, потом уже вовсю в горло вцепляется, кто-нибудь со стула падает и так далее. Come get it. Прикинь, что было бы, если бы ты с тенем играл в одной комнате и косячил. Да все нормально было. Вот он так мышку херачит, а так? Нет, все ненормально. Он, знаешь, какой дикий, невозможно подойти, что-нибудь там ему сказать. Он так бесится. Ну прям реально, не, просто иногда у меня когда коллеги бесятся, я подхожу к ним и говорю, типа, очень близко подхожу и говорю, въеби мне, блядь. Человек сразу такой, что? Хороший способ, надо попробовать на тень. Он не сможет тебя въебать, ему потом будет стыдно 10 лет. Но... Да. Нет? В тюрьме, да. Бля, да, все-таки Гибралтар. Да. Так, да, Гибралтар, это отстой. Пойду себе сделаю чай, сыграйте без меня. Давайте выйдем. Давай.